Джобар – одна из окраин Дамаска, в которой боевики проявили особую активность. Мы находимся в центре Джобара. Вы можете видеть дома, которые уже освобождены от боевиков. Жители постепенно возвращаются и налаживают мирную жизнь. Некоторые улицы до сих пор опасны. Осторожно, там снайпер. Сзади. Давай. Не, ну пошли там. Район хлебопекарен. 6 пекарен, которые обеспечивали хлебом юг Дамаска, были основной целью боевиков. Попытка ваххабитов оставить жителей голодными не удалась. Правительство организовало доставку хлеба из других районов города. Эта улица до сих пор периодически простреливается снайперами террористов. Отступая, боевики пытались остановить продвижение армии и ополчения поджогами. Эти государственные учреждения уже частично возобновили свою работу. Хлебопекарня. Все, что можно, разворовано бандитами. Обычная картина для мест, в которых побывали боевики. Восстановительные работы в пекарне осложняются тем, что отдельные снайперские точки еще не ликвидированы. Бандиты, как могут, пытаются помешать восстановлению разрушенного ими. А здесь прямо в пекарне окна выдачи хлеба. Люди могли прийти в любое время и купить горячий хлеб. Мучной склад. Если мука не испортилась, то из нее еще будет испечен свежий хлеб. Снайперская пуля прошла насквозь. И еще одно ранение в бедро. Это было в Джобаре, когда мы освобождали территорию музыкального батальона. Нормальная жизнь в Джобаре постепенно восстанавливается. Надеемся, скоро можно будет безопасно гулять по всем его улицам. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия.